Женщины – наиболее легкая цель для мошенников в интернете. Одно из мест действия, где злоумышленники подстерегают своих жертв – это интернет. Женщины зачастую не принимают риск всерьез и попадаются на уловки мошенников. Лишь 10% пострадавших от мошенников в интернете обращаются в полицию. Ведь когда преступление совершено, у жертвы фактически не остается никаких улик. Большую часть преступлений можно предотвратить заранее, если знать о том, как действуют преступники. Интернет – среда, где легко вызвать доверие, сохраняя при этом анонимность. Знакомство с целью наживы. Привлекателен, вежлив, романтичен, предлагает встречу и, как правило, демонстрирует свою состоятельность. Любыми способами доберется до ценностей жертвы. Переписка с заключенными. Умеет вызывать жалость и сострадание. Часто примеряет маски несправедливо осужденного. Легко входит в доверие. Знакомится под предлогом пожить пару дней или просьбы о финансовой помощи. Знакомство с иностранцами. Обходительный и вежливый. Как правило, описывает свое хорошее финансовое положение. Гражданин Африки, арабских стран или Восточной Европы. Может действовать как на территории РФ, так и вывозить к себе на родину, где женщина лишается всех прав. Знаете ли вы лично тех, кто пишет вам ВКонтакте, оценивает ваши фотографии в Одноклассниках или комментирует ваши сокровенные мысли в блогах? Не афишируйте в социальных сетях и блогах информацию о своих финансовых средствах и иных ценностях. Это привлекает мошенников. Интернет – территория повышенной опасности. Не дайте себя обмануть. Служа закону, служим народу.